Всем самый огромный-огромный привет самым лучшим зрителям моего канала. Ребята, лежу в хате, захворев, заболел. Знаете, насобиралась коробка целая классных и ужасных. Думаю, а что? Сразу сделаю обзор, чтобы день зря не пропадал. Думаю, надоело лежать, света нету, интернета нету. Вот. Только дали свет, думаю, запишу видео классных и ужасных. Перед этим хочу сделать сразу обзор. Прислала мне Наталья посылку. Сразу покажу вам, что прислала. Если у человека, знаете, есть руки, можно сделать все, что хотите. Вот, покажу вам посылку. Классные и ужасные. Ребята, болеть – это капец. Это просто... Никому не желаю болеть, потому что если начинаешь болеть, все, уже ничего не нужно. Лежишь, тебя морозит, колотит, температура. Ничего не хочется. Я пошел, купил этот аспирин, аспирин у пса. Читаю. Мадринчина. Откуда я знаю, что этот мадринчина в этот аспирин положит? Я подумал, полежал, думаю, не, я лучше свои, наши антибиотики, вот. Наши антибиотики, вот. В мене чисто, як сльоза. Сам гоню. А шо? Откуда я знаю, что это мадринчина в этот аспирин положит? В мене чисто, як сльоза, вот. Покапал нос, выпил, все нормально. Проходит, уже чувствую намного себя лучше. То есть сегодня второй день. Как бы все хорошо. В темноте не рассчитал. Кладу телефон на тумбочку. В темноте не рассчитал. Мой телефон бабах на землю. И все. Я его включаю, не видит сим-карты. Я же достаю опять наш задар, все включаю, этот телефон не видит сим-карты. Я же эту карту вытягиваю, опять назад вставляю, прижимаю пальцем, только нужно сильно-сильно прижать, чтобы совершить какие-то звонки. Только тогда телефон видит твою сим-карту. Поэтому говорю сразу, телефон не видит моей сим-карты, поэтому дозвониться ко мне нереально. Могу только я позвонить, когда буду сильно-сильно держать пальцем, прижимать эту сим-карту. Могу только я позвонить, поэтому станет не лучше, пойду отдам телефон в сервис, не знаю куда, в какой, буду что искать. Вот, поэтому такие дела, как-то все на кучу. Так, и такая вот посылка, хочу вам сразу показать, потому что коробка вообще шикарная. Покажу вам коробку и будем смотреть классные и ужасные. Так, вот такая вот коробка. Тут у меня письмо. Хотел сразу показать. Я уже открывал. Хотел просто вам показать, поделиться тоже коробкой, как красиво сделано все упаковано. И коробка очень красиво сделана. Вот. Человек все сделал своими руками. И она написала, что каждый год она принимает участие в новогодних ярмарках. Посмотрите, как все красиво сделано. Сейчас я каждого отдельно вам покажу. Я уже знаю, где все вот эти украшения у меня будут стоять. Давайте по очереди. Так, самый главный, посмотрите, какой прикольный Санта-Клаус. И смотрите, что здесь написано. Вентурино Виталий. Виталий Вентурино. А с другой стороны, Аврора, АТБ и Ева. Вообще прикольный, да? Название канала. Так, вот такой вот. Обалденный. Так, дальше. Вот такой снеговик. Смотрите, какой классный снеговик. Настоящее ведро. Сердечко. Тут у него денежки спрятаны. Доллары. И смотрите, тут рюкзачок. А в рюкзачке вот такая малипусечка. Такая малюпусечка. Так.
И елка. Смотрите, вот такая вот елка. Что-то она мне напоминает Людмилу Гурченко. Знаете что? Потому что здесь часики. И часики показывают без пяти минут. 12. 5 минут и Новый год. Что-то она мне так напоминает Людмилу Гурченко. Людмилу Марковну Гурченко. Тоже такая красивая. Всегда в форме, всегда в таких нарядах. И вот такая вот красивая, пышная елка. Все вот эти вот украшения я поставлю, знаете, куда? Я всегда думал, что же мне поставить на подоконник на кухню. И вот эти все украшения будут стоять у меня на подоконнике на кухне. Прикольно? Прикольно. Я вам очень-очень благодарен. Большое спасибо. Они просто замечательные. Вот этот вот Санта вообще обалденный. Именной. Пока поставим все на место в коробочку. И потом вас на подоконник поставим. Я даже не закрываю, просто так вот сложно. Еще раз огромная благодарность. Будут стоять на подоконнике обалденные игрушки. На подоконнике. На подоконнике на кухне. Я думаю, когда будет снег, а еще когда будет, знаете, мороз, нарисует какой-то узор на окне, еще прикольнее будет. Я еще взял штучный искусственный снег, снежинки, наляпаю на окне. Будет как в сказке. Итак, ребята, классные и ужасные, чтобы полностью не залежаться. И думаю, я сниму и проведу вечер вместе с вами. Самыми наилучшими. Фейри. Знаете, что я заметил? Я заметил, что польский фейри идет 1350 мл. Мне кажется, лучше по качеству, чем вот этот наш, который здесь где-то разливают. Не знаю, может, мне так кажется. Оставляйте свои тоже комментарии насчет вот этих вот всяких штук. Конечно, пишут, ранее писали в комментариях, что некоторые используют вместо фейри сарму, что она тоже лучше, но она, кажется, пропала уже на рынке Украины, ее уже нету. Еще хочу сказать обязательно перед видео, всегда забываю, что все вот эти продукты, которые я буду сейчас показывать в видео, это не реклама и не дизреклама, это все купленное за мои деньги. Это все куплено за мои деньги, и все, что я здесь буду показывать, это чисто сугубо мое мнение. То, что мне нравится, что мне не нравится, это чисто сугубо мое мнение. Да, 53 гривны, ребята, когда-то покупал, видите? Еще стоит цена. Это я делал обзор покупок, что я купил, и маркером написал 53 гривны. Черным, видите? А теперь стоит пол-литровый. Или 450. Там есть 450 и есть пол-литровый. 55, кажется, гривен. Пишите, чем вы моете в комментариях. Мой любимый Safeguard. Обожаю Safeguard, но не нравится мне запах вот этих алоэ, фиалок там или что. Люблю вот этот классический, обыкновенный. Вот этот обыкновенный. Очень нравится. Отсвечивает себя. Нужно поменять свет. Так, вот этот свет поставим. Лучше будет. Вот этот классический люблю запах. Или так нужно было. Ладно, пусть уже будет так. А вот эти вот две баночки я взял по 40 гривен, две последние в магазине. Ну, потому что цена была хорошая, понимаете, да? 40 гривен, думаю, хай буде. А вот эти вот упаковки, упаковку мне прислали девчата. Посылку. Поэтому мои фавориты. Очень их люблю, не знаю, что на рынке появится, чтобы я изменил пока что Сейбер. Так. Большущий Head & Shoulders, очень долго он у меня был, даже не помню сколько, конечно, менял, мятный и еще какой-то там у меня был или стоит в ванной, потому что, знаете, каждый раз это мыть мятным надоедает, хотя он очень удобный, потому что здесь дозатор есть, ты нажал на руку и выдавил шампунь столько, сколько тебе нужно. 360 мл, цену не помню, видите, всегда писал, когда делал обзор покупок, всегда писал черным маркером цену. В этой большущей упаковке всегда получается дешевле.
Ten Shoulders XX, а сейчас он вообще. Крыло самолета. Так, ну понятное дело. Рексона. Дезодоранты. Хочу сказать, что наконец-то появились салфетки Рексона в Еве. Я их купил. Две пачки. 28 гривен. Очень хорошие штуки. Очень мне понравились. Вот. Нужно будет еще взять. Потому что действительно очень хорошие. Помогают. Пользуюсь всегда. И летом, и зимой, и весной, и осенью. Всегда говорю, пусть он будет чуть дороже, чем обычные вот эти аэрозольные спреи, ну, водяные, да, там, что брызнешь, и вода из него выливается. А вот эти вот идут, как же правильно сказать, сухое распыление. Уже нету ничего. Сухое распыление, вот эти вот эрвики, их на очень-очень долго хватает. Что мне не нравится, что отсвечивает, вам, надеюсь, видно. Сухое распыление. Постоянно я их беру. Сейчас закончился у меня вот этот. И я взял белый. С лимоном и еще какой-то там. Два в одном. Поэтому они даже убивают запах вот этой вот. Если вы готовите мойву на кухне, он мгновенно съедает полностью вот этот запах на кухне. Так что им пользоваться можно не только в гигиенических целях. Так, ну понятное дело, салфетки. А когда болеешь, то вообще уходит целая упаковка за 2 дня. Самые экономные, мне кажется, на сегодняшний день вот эти вот АТБшные салфетки. Дешевле я пока что нигде не нашел. Самые бюджетные по цене 28 гривен, 150 штук в АТБ. Это по акции. Если будет это дешевле, я вам обязательно скажу. Не пропускайте мои видео. И огромное спасибо вам за ваши пальцы. Большущее вам спасибо. Никогда не думал, что они пригодятся дома. Всегда брал с собой на вылазку, как говорится, знаете, а что? А вдруг припрет где-то? И так я бываю. И, знаете, света нету, воды нету. А хочется быть чистым. И пользуюсь иногда даже дома. Влажная туалетная бумага Зева на сегодняшний день была по 130 гривен, 80 штук. Я считаю, что это очень хорошая цена. 80 штук, 130 гривен. Да, в эпицентре я брал на честную выгоду. Очень подорожало. Но сейчас в АТБ появилась новая какая-то в каких темно-зеленых упаковках. Если она будет в акции, то я возьму побольше. Она получается дешевле. Даже если брать в маленьких упаковках в АТБ... Обратите внимание, если кто смотрел видео мои, тот знает, о чем я говорю. Если нет, то я в следующих видео покажу обязательно. И если я буду брать обзор покупок, я покажу. Новая у них появилась туалетная влажная бумага. Там, кажется, 60 штук, если я не ошибаюсь, или 40 штук упаковки. Очень хорошая цена по полной стоимости. Я думаю, что если будет скидка, это еще будет лучше. Так, дальше. Это я, кажется, взял в Авроре. Жидкое мыло литровое. Ребят, 35 гривен. Если я не ошибаюсь, или 38, короче, до 40, даже 35, мне кажется, вот такое большущее мыло литровое, банановое. Это я использовал на кухню мыть руки после мытья посуды, поэтому был в Авроре и не взял. Сейчас запишу себе обязательно, опять возьму какое-то большое, недорогое мыло, бюджетное, для мытья рук после посуды. Так. Это у меня тоже стояло, тоже закончилось. Очень долго стояло факс. Это я когда еще приехал сюда из Ирпеня, купил сразу. 30 гривен 400 миллилитров. Я, конечно, Сейвард люблю, но иногда, знаете, берегу Сейвард, поэтому иногда в пролетами мыл руки вот этим факсом. 30 гривен или 40 гривен? 35 гривен. Вот видите, опять цену написал. 400 миллилитров. Лимонная. Хорошая, кстати, факс. Это Турция, оно хорошее по качеству. Так, закончился гель для душа Лирен, лаванда и малина. Очень хорошая Польша, очень хорошая. 400 миллилитров. Цену тоже вам не скажу.
Просто интересно было попробовать гель для душа от Лерен. Хороший. Мне понравился. Использовать вечер. Лаванда. Успокаивающая. Так. Эй, вон это когда сюда я тоже приехал. Гель для душа. Кремовый вот такой гель для душа от Avon. Я когда сюда приехал, заказал себе массажер туда, заказал ванночку для ног, потому что у меня проблемы с ногами. Постоянно бегаю по магазинам, это вот съемки. Заказал ванночку себе. Заказал в Эйвоне спрей для ног, ванночку, средство для ванночек для ног. И там некоторые покупки были. И вот этот я гель для душа еще заказал. Кокосовое молоко. 250 мл. Тоже там была акция, хорошая цена, 30 с чем-то гривен. Думаю, хай бы дай. Вот. И вот этот спрей для ног у меня уже закончился. Для ног охлаждающий, который я приходил, принимал душ, ложился и вот этот спрей брызгал на ноги. И так мне казалось, знаете, что ноги охлаждались и снималась усталость с ног. Вот там еще у меня есть лимон или лемонграсс и ванночка для ног. Тоже средство для ножных ванночек, лимон и лемонграсс. Два в одном. Кстати, тоже хорошая штука. Тот, кто в Эйвоне, тот знает, о чем я. Так, Тирет. Вот этот Тирет очень хороший для очистки стиральных машин. Не забывайте, вы же дорожите своей стиральной машинкой. Кто лучше будет стирать, вы или стиральная машина? Поэтому делайте вот такие вот запланированные, как называются, чистки стиральных машин. Этот Тирет, так, нейтрализует неприемный запах, усувая вопняный налет и накипь. Выдаляем мыльный налит, очищу внутренние элементы пральной машины, забезпечиваю экстра свежесть. Выработан в Португалии. Да, он действительно очень-очень хороший. Тут есть инструкция, как пользоваться. Очень просто. Залили машинку и включили по инструкции. Ребята, что творилось, когда машинка выливала, выпускала воду? Конечно, запах, да. Запах очистила, и запах был, потому что не пропускали, наверное, машинку, не пропускали, не чистили. Такой, знаете, запах такой тухлый какой-то, такой старой резины какой-то был, знаете. А когда я пропустил через Тирет, вот этот вот, то и запах пропал, и, наверное, действительно очистилась. Поэтому в следующий раз, когда я буду в эпицентре, я его в эпицентре брал, не помню сколько. Моя ошибка, что я не пишу цены маркером, как я раньше писал. В Ирпене на обзоре покупок цены маркером на продуктах, на вот этих всех продуктах. Закончился мой тоник, который тоже я купил, когда приехал сюда. Биокон, и это, боже, я его купил за 40 гривен. И это просто зашел в магазин, попал любой. Первый попавшийся магазин, не знаю, здесь зашел и купил самый дешевый тоник. Ребята, этот тоник очень мне понравился, Бекон. Я не думал, что такой дешевый тоник и будет такой, настолько будет хороший. Потому что у меня лицо после вот этого вот всего, то, что было в Ирпене, знаете, там и грязь была, вот это вот все. И у меня лицо было настолько, как старый рваный башмак. С так, волдырями какими-то. Я хотел, не помогало ничего. Я думал, я начну этим тоником протирать. Я начал протирать тоником, не знаю, то ли, наверное, просто уехал из этой грязи. Вот. То ли, ну не знаю. Вот взял вот этот тоник. Вот только сейчас, вот недавно он у меня закончился. Очень хороший, он очень мне понравился. Действительно, освежает, очищает кожу. Специально долят Биокон. Поэтому я очень удивился, что настолько 40 гривен, такой качественный тоник. 200. 215 миллилитров. Оставляйте комментарии, чем пользуетесь вы, что вы купите из этого перечисленного. Может, кому-то тоже что-то понравилось из этого всего перечисленного. Не болейте. Самое главное, не болейте. Всем крепкого здоровья, экономных покупок и до встречи. Скоро появлюсь на канале с новыми видео. Всех обнимаю. Всем пока-пока.